Всем привет! Хочу вам рассказать, как связать вот такой узор колокольчики. Раппорт узора состоит из 8 петель и вверх 10 рядов. Для узора нужно набрать 8 петель и 2 кромочные. Кромочная снимается. 2 петли мы оставляем перед работой. Две провязываем изнаночной. 1, 2. Дальше перемещаем эти на левую спицу. Их провязываем лицевыми. 1, 2. Теперь мы оставляем за работой 2 петли, а 2 провязываем лицевыми. Один, два. Вешаем обратно те петли, которые мы снимали. Их провязываем изнаночными. 1, 2. Раппорт узора мы провязали. Кромочная провязывается изнаночной. Второй ряд и все четные ряды вяжутся по рисунку. Третий ряд раппорта. Кромочную снимаем. Провязываем 2 изнаночные. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 2 изнаночные. 1, 2. Кромочная провязывается изнаночной. Так, четвертый ряд мы вяжем также по рисунку и все четные ряды. А 5, 7, 9 мы вяжем так же, как этот третий ряд. Начиная с 11 ряда, узор повторяется с 1 ряда. И получается такой узорчик красивый, я потом довяжу. Спасибо всем за внимание, смотрите мои видео и подписывайтесь на канал. До свидания.